Москва, Красная площадь. 24 июня 1945 года здесь, у стен Святого Кремля, встречала страна своих сыновей, вернувшихся с победой. Героев беспримерных сражений на всех фронтах Отечественной войны от Баренцева до Черного моря. Соотечественники и соотечественницы, наступил великий день победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной Армии и войсками наших союзников, признала себя побежденной и объявила безоговорочную капитуляцию. 7 мая был подписан в городе Реймсе предварительный протокол капитуляции. 8 мая представители немецкого главнокомандования, в присутствии представителей Верховного командования союзных войск и Верховного главнокомандования советских войск, подписали в Берлине окончательный акт капитуляции, исполнение которого началось 24 часов 8 мая.